На всероссийский забег кросс-нации березняковцы впервые вышли в 2008 году. Тогда бегуны стартовали с центрального стадиона. А через 10 лет, в 2018 году, старт прошел среди юных бегунов на территории базы «Стрижи». Осенью 2019 атлеты бежали на территории спорткомплекса «Новожилово». В этом году спортсмены стартуют там же. Кросс-нации это начали проводить для пропаганды здорового образа жизни, для вовлечения, скажем так, людей занятиям оздоровительным бегом. И тут может любой желающий встать, заявиться и пробежать любого возраста. Забег пройдет в следующую субботу, 17 сентября, в Новожилово. Чтобы стать участником масштабного забега, необходимо зарегистрироваться на сайте умныйспорт.рф до 16 сентября. Обязательным условием участия является наличие медицинской справки допуска и страховки. Победителей и призеров будет несколько по каждому участнику в 6 возрастных категориях.